И сейчас мы сделаем на этом этапе обвязку соединительными столбиками. Вы можете ли взять нитку того же цвета, я вот возьму для наглядности нить такого потемнее. И здесь, в принципе, в любом месте, где вам нравится, да, вводим крючок, ну, вот этот же пятерка, кладем вот так на крючок ниточку и протаскиваем ее. Далее вяжем только рабочей нитью, маленький кончик остается здесь, мы его потом спрячем в конце. Вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить и сразу протаскиваем через вот эту петельку. Да, то есть можно пальчиком помогать. И далее, то есть эта обвязка идет соединительными столбиками. Тут вот я ее. Ниточку захватываю и протаскиваю. Пальчиком помогаю. Вот у нас будет вот такая обвязка красивая. Такая косичка будет по всему периметру звездочки и избавит нас от лишних дырочек. Если вас дырочки эти не смущают, можно обвязку эту не делать. То есть это все по желанию. Сюда вот тяжело, где у нас уголок, но все-таки крючок влазит, поэтому советую сюда тоже провязать. Так, дальше поворачиваем, начинаем в эту сторону. Вот. И обвязываем так все донышко наше. Вот мы довязали, да, сделали нашу обвязку, дошли до начала. Сейчас ниточку обрезаем, протаскиваем сюда. Так. И сейчас мы сымитируем петельку, то есть мы ниточку нашу проденем вот так вот. Так, для этого мы вот так подлазим. Так. И нам нужно, чтобы она вышла вот здесь. Протаскиваем ее наизнанку. То есть вот здесь мы, смотрите, замкнули нашу косичку. Ничего не видно, все аккуратно. А с изнанки у нас вот такие два кончика. Что делаем мы с этими кончиками? Их можно обрезать очень-очень близко, вот так вот, и сшить. Да? Ну, то есть вот так вот сшить их и обрезать. И тогда будет аккуратно, в принципе, ничего не видно. Также можно эти кончики продеть крючком вот так вот под элементы вязания, вывести их вот сюда вот, и потом вязать, спрятать, когда мы будем вязать стенки. Да? То есть, в принципе, это на ваше усмотрение. Или пришить, или протянуть под элементами вязания, сюда вытянуть, и потом спрятать в вязании. Оно и так будет, в принципе, аккуратно смотреться. Вот такое вот получилось у нас донышко. Очень красиво. Здесь можно пожелание какое-то или рисунок сделать.